Все, короче, я начинаю, ну я в жопу. Тупая тварь, ты посмотри. Просто. Я Да, тоже я уже начал. просто. Просто. Дорогие друзья, мы нашли эту скотину, Всем которая. привет, дорогие друзья! Мы нашли эту Дорогие скотину, друзья, которая в прошлой серии меня убила подло, здесь будет что-то коварно и ценное. непредсказуемо. Конечно, слышишь, в жопу ее стрелять. Конечно, слышишь, в жопу ее стрелять. Топор. Хост. Но. Слабый Топор. убийца. Хост. Так. Какой урон? Попробуем. Надеюсь, он будет Какой зачарован. урон? Какой урон? Какой урон? Прикольно. Какой урон? А, 10, 10, 10 урона. И Какой урон урон? за удар 5. Урон, секунду, 10, урон за удар 5, да. Скорость так и... Такой себе, я тебе скажу. У меня, можно сказать, лучше. То есть, хорошо, с этим определились. Так, То я есть, пытаюсь. хорошо, Я с пока этим его пытаюсь. определились. Сейчас мы Так, дождемся, теперь кто хочет быть получается, ну давай, испытывай. кстати. Мы в прошлой серии создали тарелку, кстати, И в между этой серии мы сериями, точнее. уничтожим тех. И в этой серии мы уничтожим тех, ну или подружимся, кто знает, Которые прилетят. с теми друзьями, которые Новые. прилетят На планету. по нашему зову на планету. Быстро это? Алебарда у тебя. Быстро это? Так, я, кстати, Алебарда у нашел тебя. то место, когда там, ну, прятался в прошлой серии. Да? Ага. Ты точно такое же укрытие Да? делал. Ну, похоже, просто, понимаешь? Я вот Ну, похоже, просто, понимаешь. Я вот там вот спрятался, короче. туда, но не Вот тут вот получалось. спрятался и пробовал стрелять туда, но не получалось. Он ушел, сволочь, от меня. Это я отравил или ты или меня отравили? Ты чё, их от... Да, это ты их отравил. У тебя, Ништяк. оказывается, отравляет это копье. А у Прикольно, тебя что. электричеством бьет. Классно. Так, ну чё? Давай, я думаю, Да, у меня электричеством бьет. Ну, Давай, я думаю, тут будем ждать этих. Ну, принимать, точнее, Может еще товарищей. что-нибудь Где-то построить, вот типа такого же тут укрытия тарелку полегала. поставим. Не знаю, там... Чтобы именно можно было подход такой, подкопы Пониже, сделать, думаешь? чтобы было удобно сражаться, перемещаться. Они же будут, наверное, ходить туда-сюда. Ну, я не знаю. В принципе, да. Давай Ну, так. в принципе, Так, давай еще да. где-нибудь построим. Давай так, еще. Такие, знаешь, мурашиные норы. Тут такие, знаешь, мурашиные норы такие. Просто. Ну, блин, это вообще увлекательно. Ну, блин, это вообще увлекательно, Что-то конечно. такое я построю. Так, подожди, это надо снести Так, к хренам, ну... Так, подожди, это надо снести к хренам, потому что я хотел вот здесь, вот тарелку. именно вот на этом месте поставить тарелку. А если будет Пацаны, крыша, идите то не поставить. получится. Нет. Ну, А, ночью нет, хочу никак. ее Ну, призывать. ночью просто не хочу ее призывать. Навешаем люлей. Или ночью Да, в принципе, призовем, ее сейчас ночь тоже навешаем накончается. Она люлей там ее. кончилась. Ну, тогда давай подожди. Ну тогда давай подождем. Немного. Что у нас тут из обновлений? Что у нас тут из Ну, как вы обновлений видите, так? мы посоздавали железные луки. Ну, как вы видите, мы А, это да. посоздавали железные Теперь луки. конечно, больше сил тратит на Это. натягивание тетивы. Ну, они домашние. Да. Ну, они домашние. Это на их единственный плюс. Ну, Да, еще плюс то, что они переплавили ползут. наши Ну, рельсы. конечно. Да, переплавили наши А, рельсы. он Ну, стреляет. конечно. Сколько мы... Ага, не стреляли. Я достану! Страшно же. Как фильм Сияние. Ага, сейчас я Так, меня блин, у достану. меня топора нет. Так, надо взять топор. Я сейчас, Сейчас слышишь? замуруюсь просто. Я сейчас замуруюсь просто. Ты видел? Так, Я могу вот замуровать. топор. Сияние. Фиг ты меня достану. Открой дверь. А это Джимми. Все, у тебя голова прозрачная. А у меня призрачный топор. Пропускает стрелы. Да он каменный. Да он каменный. Слушай, что-то как-то скучно. А что нам делать? Что-то как-то скучно. А что нам делать тут, пока нету рассвета? А? Ну? Не знаю тоже. Не знаю тоже. Короче, ну я получаю... О, там какая-то тварь идет. Короче, Я ну сяжу, я получаю... О, там какая-то тварь идет. Зачем? Зачем ты это сделал? Мне не весело, я не по этим делам. Мне не весело, я не по этим Да. делам. Тем более с обезьянами. Что-то как-то О, совсем. надо Что-то бы мне как-то совсем. самочку какую-то найти. Надо бы мне самочку какую-то Сейчас найти. попробуем вот так вот. Так. О, Капец. нормально. Все нормально. Капец. Капец. Это норма для обезьян. Это мне напомнило Deus Ex импланты. Это мне напомнило Deus Ex импланты там разные.
У тебя был встроенный фанат, короче. Тихо-т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 ихо. Бешеная обезьяна. Так, ладно. Поселились. Хватит. Короче, этого давай призывать. Короче, я думаю. Туалетная бумага, это не метая туалетная бумага. Какая-то туалетная бумага. Ой. Короче, погнали. Здрасте. Пока. Ой, прилетели. Так, что это? А, стрелять уже? Скотина! Он пингвина убил. Вау-вау-вау, спокойно, народ, вы чё? Я добрый, я мирный. Как в Дейзи, я мирный. Я вот отсюда, я просто буду отстреливать их. Думаю, ага, I'm friendly. Блин, тупой инвентарь. Его I'm friendly, guys. Ой, кстати, он... Мочи его просто стрелами. Просто стрелами. Ой. Вот, он там, там танк. Слышь, а, нет, он убился. Я буду тогда, короче, тарелку больше пытаться дамажить, так сказать. Диана. Вот она. Вон она. Диана. А я думал, вон она. Да, зараза ты, а. Ой. А как потяжелее? Так, чуть-чуть пониже стану. Там опять это хрен. Злые пигмины. Пингвины. Так, так, так. Ой-ой-ой. Он еще вызывает их. Так, все он. Так, как у тебя с хп там? Так, нормально? Черт. Нормально. Ну, я думаю, там мы быстро справимся. Так, еще один хп. Да, блин. А-а-а. Ну, как один хп. Вот, все. Ну, как один хп. Все, а, здесь не взорвется. Победили, походу. Нет. Так, что тебе дали? Ах ты, сволочь. А, дали... Нет. Кор. Дали кор. Кор? Сейчас, 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 сейчас посмотрю, что там. Короче, дали... Короче, раскаленное ядро. И дали кодекс. Так. Скорее всего, это какой-то кодекс сейчас. Заюзаю. Добавлена новая книжка. Я не знаю. Добавлена новая книжка. Выполнил квест. Тебе дай его за выполнение что-то. Это был не квест. Мы закончили... Это был не квест. Мы закончили свои квесты, когда создали тарелку. Вот они все квесты сейчас на моем экране. Вот этот квест мы выполняли. Мы создали аварийный маяк. То есть мы на него собирали ресурсы. До того надо было Iron Bar сделать, железный слиток, печку, до того еще мясо, просто верстак и просто освоиться с инвентарем. То есть квесты закончены официально. Официально, да. Было бы прикольно, там, Барбер, на планете приземляешься, тому тому-то надо, тот-то ну, принести. Но если такого не будет. Ну да. В принципе, да. Но это инди-игрушка, это бета, тем более. Все, на фантазию. Это такая песочница. Так что... Да, тем более бета. Сделали. Так что пошли теперь... Ну да, пошли теперь на твой корабль. Я сейчас улучшу эту... Так, надо при помощи раскаленного ядра. Сделать корабль красивым дизайне. А, да, и еще, конечно же, надо угля, очень много угля, чтобы улететь отсюда. У меня 10 угля есть. Да? В принципе. Metal Workstation. Metal Workstation. Эта штучка называется. Как бы улучшенная наковальня. Это как бы улучшенная наковальня. Вот так она выглядит. О, такой стильно, теперь... красиво. Значит, теперь... А, вот, да, да. Тут появились новые элементы, улучшенные звездные карты. Улучшение звездной карты МК-2. Да. Железный слиток 5, плачь еще чуть-чуть. Да. И... Там... А что она дает? Для начала. Мы можем летать в бета-сектор. Как что? Мы можем летать в бета-сектор. Вот иди сюда. Подключайся к кораблику. Подключайся к кораблику. Возвращаешься на большую... Правой кнопкой мыши возвращаешься на большую систему. Так. Типа на звездную там. Потому что ты сидишь. Да. А, ты. Сейчас вот. Давай. Вижу. Правой кнопкой мыши возвращайся. Так, до конца, да? Вот, все, я вышел. И видишь там сверху... Альфа, зетта. И видишь там сверху А. Да, вижу. А написано. Вот. Это значит, что нам доступен только вот. Это значит, что нам доступен только альфа-сектор. Когда мы используем эту плату, у нас будет доступен еще бета-сектор. У тебя есть? Нету. Железо. Железо. У меня только два железа. Два железа.
Хотя... Два железа? Да, два железа. А хотя нет, погоди-ка, три железа уже. А, я переплавил. Так. А, я переплавил. Можешь дать мне? У меня 7 штук. Попробуй что-нибудь приготовить. Что? Зачем? Оба. Зачем? Так. А, ну мне делать это? Я сейчас... А, ну мне делать это улучшение звездной карты? Или как? Или давай мне, или ты давай, не знаю. Я сделал. Я сделал. Короче. Юзай. Тебя открылась она, надеюсь. Видишь, бета-сектор. Да, видишь, бета-сектор теперь доступен. Там, наверное, совсем другие планеты и другие уровни сложности. Ну-ка, хорошо. Нет, у меня только альфа. Ну-ка, хорошо, разумеется. Тебя только альфа. Черт. Значит, будем лететь на моем корабле. Ха-ха-ха. Так, или... Так. Нет, пойду-ка я немного железа тоже поднабуду себе тоже, пришпандорю эту фигнюшку. Я тоже хочу. Себе тоже хочу. Чтобы уж, если уж кораблик сидит, то доделать его. Ну, так как корабль не потом останется. В одиночный. Уж все сразу делать им. Кстати. А, слышишь, у меня раскаленных ядер аж 4 штуки. Так что я могу еще одну наковальню. У тебя нету случайно еще одной наковальни? Наковальни еще-то нету. А жаль. Надо пойти. Надо пойти себе найти железо на наковальню. Еще железо на наковальню. А, да. У меня тоже так, был. Меди побольше Metal взять, там вроде как броня, я ведь заметил броню. А, да. Там еще на броню. Так. Все, значит, сейчас открытая игра началась. Ну, как бы да. Исследование, все. Так. Мы можем в следующей серии в ад попробовать сходить. Ну, в ад. Я не знаю, какое это дело такое, знаешь, на любителя. Потому что не на каждой планете он есть. Во-вторых, это очень муторное дело, потому что туда надо идти в броне, запакованной. Значит, сделаем все постепенно. Да, советую это все делать постепенно, потому что... Потому что это все дело сложное. По крайней мере, нелегкое. Демоны ада, они такие, они не прощают. Блин, я такие высокие деревья нашел у себя на планете. Мне кажется, или монстры чуть-чуть тяжелее стали? Да я не знаю, может потому что они тяжелее стали, потому мы вдвоем их убивали, не? Даже не знаю. Ну, подумаем. Может и это. Так, ладно, я пойду поищу. Железо. Железо, железо, железо. Так. Ничего нет. Слышишь, я слышу автоматы. Автоматы? У меня на планете кто-то с автомата, походу, стреляет. Так, ну-ка я еще к тебе телепортируюсь. Я не... Да, смотри, охотники за головами, еба. А ну давай, на мою планету иди налево. Все, бегу. О, у тебя на планете так мило. И гравитация. Ну да, есть такой, блин. Давай, я тебя встречаю. Существа, ой, кажется, враждебные, здрасте, пока. Такие странные, да? Да, опять же покемоны. Ну, я бы не сказал, что это прям покемоны какие-то, но стрёмные такие твари. Да, давай, сюда. Пошли, порешаем их. Ну, серию мы начали боевую. Это они с черной бананой, да? Да, да, да. Они да, на да. Gears of Mars похожи, героев некоторые. И, кстати, как тебе надо? Всё, давай, решаем их. Да, ты чё на нас нагоняешь, да? Сволочи. А, это добрый, а нет. Ага, сейчас она добрая, угу. Я все время не теряю надежду. Ау. Зачем ты веришь в доброту, скажи мне, пожалуйста. Не знаю, потому что я сам. Сейчас я откуда. Так, посмотри в инвентаре, что с них выпало, потому что ты хост. А, да. У меня лично ничего не выпало. Оружие? Вообще ничего не выпало. Хотя, вообще. Нет, камень топор, это мой. Вообще ничего не выпало. Конченые бандиты. Да они куски говна, а не бандиты. О, теперь уже они и правда кусками стали. Так, я вижу железо. Так, медь. Так. А вот железо, где-то уже... Так, серебро. Так, птичка добрая. Полетела.
Да, ё-моё, это тупое дерево. Так сорви его, ё-моё. Да я через shift пытаюсь. Зачем через shift, если так проще? Так, просто топор у меня в инвентаре находится там, в глубине. А, ты его на быстрый слот не ставил? Нет, не ставил. У меня оружек дофига на быстром слоте. Так за... О! Ух ты, новый биом, новое животное. Изучаем их. А, сейчас мы их изучаем. Путем расчленения. Да. Сегодня когда-то впервые. Так, ну я нашел медь. Даже звук другой. Снега. Ну, прикольно. Я, пожалуй, пойду посмотрю в пещере. Пещера? Угу. Я тоже хочу. Так. А, это пещера. Тут я не думаю, что там что-то здесь есть. Здесь нельзя замерзнуть в воде. Там пока нет. Пока не мерзнем. Нет, тупик тут. Тупик? Угу. Предсказуемо. Ой, я нашел каких-то... Хотя нет, не тупик, не тупик, не тупик. Заселен. Заселен? Кем? Какой-то мужик был. Мужик был? Бывалый, был? Страшный. О, тут снег идет. И железо. И железо. Снег идет. Бам. Офигеть. Слякоть. Я собираюсь слякоть. Офигенно. Я пойду дальше. Можно собирать, оказывается. Так, все, в принципе, я собрал руду. О, сама сейчас выйти. Я пошел дальше налево. Ой-ой-ой, здрасте, здрасте, вам тоже здрасте. Пока. О, снег пошел, классно. Да, я ж тебе говорил, снег идет. Я сам увидел, очень красиво. Да, классно выглядит. Очень. Так, что-то тут много враждебных. А, здрасте. Всем? Не, давайте я вас всех порешаю. Ко мне полезли, то давайте до конца. Короче, в этой серии, я думаю, мы нафармим тебя на эту плату. А я уже нафармил. А, ты уже нафармил? Ага. Ну, значит, я еще доформлю до наковальни себе. Так, я пришел себе на корабль. Посмотрим. А, да, переплавить. Я как-то все время забываю. Тут столько вещей. Прям. Столько возможностей. Для начала я серебро переплавлю. Так. Посмотрим. Так. Одна руда осталась. И железо. 12 штук. Думаю, одно останется. А, нет. Нет, не осталось. Я думаю, в следующий уже мы полетим отсюда, в этой не будем. Как бы просто подформимся еще немного. Угля. Так, сколько? Уголь у меня есть. Улучшение карты. Создать. Уголь у меня 64 штуки есть. Создать. Так что с этим проблемы нету. Берешь быстрый слот и активируешь. Звездная карта обновлена. Новые данные загружены в навигацию системы. Бла-бла-бла-бла-би-бла-бло. Как все понятно, я прочитал. Ну да, так, молодец. Посмотрим звездную карту. Читаем. Не, но все-таки разработчики хорошо постарались. Тут так много сделали локаций. Ну да. Знаешь, некоторые говорят, что они рандомно генерируются, а другие, что, допустим, вот каждую планету они вручную делали. То есть, допустим, если мобы респавнятся рандомно, ну то есть, допустим, враждебные, не враждебные, то планеты уже заранее заготовлены были. А может тут смесь его? Может и так, в принципе. Я тут сделал. Опа.
А может, планеты генерируют некоторые планеты, которые разработчики сделали, а просто в рандомных местах, не в одних тех же? Вполне возможно. Ну, постройки тут по-любому генерируются, потому что, ну, как бы... Да, ландшафт сам. Блин, слишком много мобов. Так я, пожалуй, посплю. Давай. Слишком много мобов просто. И все так, хотят кусочек моего тела, ну? Ну, я думаю, мы можем заканчивать серию. Все, угу, сейчас. Да, просто я забыл поставить такой. А, то есть ты не знаешь, сколько мы уже записываем? Вообще. Ну, сейчас прекрасно. Такое предчувствие, что уже записали достаточно. Я не знаю, ну. Ну, давай еще парочку минут запишем. Да, потому что, ну, как бы я хочу еще чуть-чуть подформить. Я бы просто... А, до того босса мы бежали, получается... Поскипали это все, то есть не записывали серию. Хотя там было пару прикольных вещей, ну не особо интересных, но прикольные все были. Я тут. Так, все, так, на планету, я на не... Так, я на твою планету? А, это без толку, я сейчас... Сейчас. Да, я уже на своей планете болтался достаточно. Сейчас сундук. Так, ну я что-то... Ой, капец, какая херня на меня напала. Какая штука на меня напала противная. Скотина, сволочь, тварь, ты что делаешь? Ой, какие-то волки у тебя. Волки? Да. На меня птицы нападают, которые по 60 дамажат. Черта себе, они мне почти все хп выжрали. Да ну её в жопу. Я спасся. Фу, как ты это тебе не... враждебно тут. Ну а что ты хотел? Ну, планета аптечка для настоящих. Аптечка, аптечка это фиговая. Да. 2 хп восстановлено. Нормально разве? Когда бинты постепенно. Да нет, не походу очень. Бинты даже лучше делать. Да я согласен. Вот. Ну я вроде бы как нафармил уже. Норм. То есть я сейчас сделаю себе тоже супер наковальню. Так, ты у себя на корабле? Так, нет, я не на корабле, я у тебя. На планете. Давай на корабль будем заканчивать серию. Хотя погоди-ка. А, это оказывается дружелюбная. Фуф, я чуть их не ударил. Так, да, я возвращаюсь. Блин. Привет. Да. Давайте уже, пожалуй, завершать. Я думаю, мы уже написали достаточно. Да. Что ж, с вами был Марс, с вами был Айв. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки, это нас поддержит. Хочешь что-то добавить? Я да, что-нибудь добавлю, а то, что в следующей серии мы попробуем какие-нибудь новые технологии изучить, побольше вещей, много чего скрафтить, и, наконец, улететь с этой планеты, чтобы начать новое изучение. Думаю... Да, полетим в бета-сектор, я думаю, сразу. Да, посмотреть. Очень сильно хочется, но пока. Всем пока.